Какое хорошее утро. Всем привет, ребят, с вами Андрей. И это «Бомж 2. Место не найдено». Вторая часть. Вы спросите, наверное, где я нахожусь? Так я же в Москве. Да, в прошлой серии я говорила о приезде, и вот я уже и приехал. Устроился вот на эту работу, на шаурмечную. Здорово, босс. Сэр. Ну, кто заказывает? Адрес 5. Адрес 5. Странный адрес, очень странный адрес. Ладно. Шаурма готовится. Так, стоять надо. Сколько там? 7? 7 таки заказывали. Во. Готовится, готовится. Да-да-да, я готовлю. Сейчас приготовлю. Вот одна. Одна уже у меня. Так, вот вторая уже у меня. Готовлю, я готовлю. Так, осталось 4, вроде бы. Да, 4. Готовлю, готовлю, готовлю. Давай, давай. Ну все, слышь, все готово. Саша, пойду доставлять. Так, адрес, адрес, адрес 5, адрес 5. Так, ну, адрес 5 тут вот так закидываем. Вот так вот. Ну ладно, все, я выставлю. Ну все, сэр, я доставил. Босс, я застрял, спаси. А, вот. А так можно было застрять? Я сквозь стены хожу, босс. У меня сверхспособности. Реально. Так, мой отель. Странная форма, если честно. Тут что? Пустое. Где дверь? Я не могу понять. Где дверь? Я хотел в магазин в этом здании пойти. Ладно, надеюсь, в следующей серии найдем все же дверь от этого магазина. Так, шаурма там убралась? Нет, еще доставляется. Ее пока должны забрать. Так, 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 так. А это что за здание такое интересное? Ой. Ай-яй-яй-яй. Так, 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 так. Бегу, 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 бегу. Школа. Ладно, узнаю, хорошая школа, нет? Так, где кто? Класс. Ну, еще рано. По времени. Так. О! Служебное помещение. О! Вы директор школы? Да. Ну, ладно. Ну как школа у вас тут? Круто. Ну хорошо, что круто. Пойду дальше. Это что у нас тут такое? Пляж какой-то или что? О, это такое. Я не понимаю. Я в Москве. В Москву я только вчера приехал. Отельчик. Вот у отельчика это что, лодыжка? Ну, в будущем, надеюсь, будет окно. Это хороший отельчик такой, хороший. Даже, мне кажется, лучше моего. Два номера. Так. Так. Привет, парень. Ну что ты тут? Грузишься? Или встраиваешься? Мне бы надо побольше об этой Москве узнать. Иду в свой район. Ладно. Фух. Что-то я кушать хочу. Пойдемте в ресторан, наверное. Здравствуйте. Мне бы это
яичницу с чаем. Да, и завтракать. Присаживайтесь. Ладно, присаживайтесь. Официант, а это и так и должно быть. Яичница в упаковке от доширака. Так и должно быть. Ладно, вы какие-то странные, ребят, ну ничего. Прикольно. Прикол. О, вкусно. Да, там реально яичница. Фух, все, я поел. Можете забрать с собой. Я заберу с собой, ладно. Надеюсь, меня потом не оштрафуют. Но он же сам уже сказал. Ладно. Ну, это уже... Ой, я какой бешеный. Надо было... Я какой ловкий стал в этом костюме зеленом. Ладно, ребят. Ну, на этом серия наша сегодняшняя подходит к концу. Всем пока-пока.